И всем привет, друзья, и с вами я, Эндер Коробочка. Сегодня мы будем играть в Бравл Старс. Как вы видите, скоро будет чемпионат. Конечно же, я его не пройду, как всегда. Ну а сегодня мы попытаемся... Короче, я хочу, например, я не знаю, на каком быть. Короче, я хочу на коле апнуть, пытаться 25. Но не сейчас, конечно же. Так сказать, мы сейчас несколько каток собираем и все. Самой тьмы плохо, хорошо, не есть пассивка, нет, это плохо. Там нормально. Сейчас если вот это тут утонет, то сразу его надо. Изи. Привет. Надо прижать вот эту вот шлю. Ну, конечно же, здесь же есть генерал Гавс, конечно. Чего? Какой тим? Какой тим? Вы чего? Это не какой-то там муб. Ты должен тим. Всякий муб. Конечно же, вот почему, вот я не понимаю, вот почему я ненавижу Brawl Stars, потому что здесь просто ты можешь нападать на одну команду, потом к тебе присоединится еще одна, потом к тебе присоединится, потом еще две, и потом будет, блин, война, которая вас будет четыре команды зажимать, и вас потом убьют. Вот это да, вот это вот просто Brawl Stars. Просто люблю, просто самый лучший. Я сказал, спасибо, круто. Здесь на исцеление. На исцеление. Потому что все-таки на исцеление оно лучше. Романсы, танцы. Мой тиммейт отдыхает где-то там в сторонке. Вот почему поет хороший поет. У нее ульта нормальная. Она так и не накопила на ульту. Это твой термин какой-то странный. Нет, это у меня. Как у этого пророка 13 банок? Конечно же, я же ему дал банк. Я же слился ему. Давай, толкни меня, толкни. Я же сломался. Серьезно, мы могли занять топ-2 или топ-1. Она сейчас слилась на топ. Даже не знаю. О, кстати, я еще эту карту не тестировала.
Эта карта похожа на то, что здесь будут брать Динамайка и Рикошет. Хотя это вряд ли. Давайте попробуем Динамайка, я не знаю. Мне кажется, здесь будут просто Динамайка брать с Рикошетом. Да, вот видите, Динамайки... Что здесь происходит? Да, как вы поняли, мне все еще не выполнили пассивка, не дать. Нормально. И какого там? Меня убивает вот этот справа. Я убил его Альтенгра. Убил твоего друга. Да что ж такое-то? О чем вы мне все это мешаете? Поубивать-то нормально всех здесь. На. Я так и знал, что здесь будут выбирать только те карты, которые быстро можно. У меня есть выбор, кого можно убить. No. Oh, no. Нет! Отстань от меня. Ах ты, Динамайк, предатель. Это он до тебя доберет. Надеюсь. Эти Динамайки здесь тянуться чисто не надо. Если чисто надо. Убивать их, пока тебя не убили. О, я же говорю, то что здесь все будут Рика этого брать. Ладно, сейчас я сам возьму Рика, чтобы не... Если он же у меня на карте, на пассивках. Конечно, и я вижу сразу три Рика. Сразу будем сейчас пытаться убивать вот этого вот рикошета. Сразу. Блин, бедная Бибиан. Мы здесь, блин, перестреливаемся с рикошетом. Ах ты! Почему эти динамайки стали ко мне приставать? Ну, наконец-то началось. Что-то никто не хочет видеть. Опять здесь Биби. Биби, короче, ТГГ. Сразу надо сливать эту Биби. Просто сразу. Вот, просто сразу сливаем Биби. Забираем здесь баночку. Сейчас вот просто сразу. Забираем здесь баночку. Да. Походу все они вот там поставили. Ах ты ж! Вы видали, Оль, какой крыса, блин? Блин, был. Крыса прям вот настоящая. Надо искать, кто здесь остался. Надеюсь, здесь остался Бур. Я поп... Просто видели, как здесь Рика подходит. Ну, здесь, короче, Рика подходит, но, походу, сейчас его убьем. Я такая. Блин, это... Ну что, посмотрим, какие у меня квесты. А, да. Да? Что? А, я... Я думаю, что сейчас будет 12:00. Ой. Блин, я думаю, что сейчас будет 12:00 вообще. А не подарок. Мне кажется, я вообще сейчас все пропущу. Я думаю, то сейчас будет 12:00. Ну ладно. Не 12:00, не 12:00. Я так понимаю, здесь люди любят брать Вольта, Динамайка, Рика и Эго. Ну, это уже понятно.
О, я не слышу. О, ну. Мне кажется, здесь... Ну, кстати, здесь дерево, я помню, почему здесь дерево. Здесь дерево по черепу, по-моему, и далеко катится. Поэтому попробуй. Надеюсь, они не будут. Нет, только не убивай меня. Чисто прилетел к этому. Опа! Стой! А! Щекатка какая-то сейчас была странная. Сначала я хотела отмутиться, а потом меня убила шея. Щекатка странная фишка. Пайпер. Стоп! Кто сюда берет Пайпер? А зачем здесь Пайпер? Ладно. Блин, ну этот Рико все испортил. Теперь я не смогу вот так вот, блин. Ах ты, Рико. Да блин, он теперь меня будет зажимать. Ладно. Давай, попробуй меня зажать, блин. А, здесь не сломано, блин. А, ну я не тем, блин. Там сил. Здесь. Мне кажется, то, что это слишком сейчас будет тупо. Но я буду охотиться на динамайку. Почти. Почти. Блин, зачем я это только что сделал? Я сейчас осознал то, что я сейчас прыгнул в воду. Я там потратил ХП. Еще я прикатился, и он меня... Зачем я это сделал? Господи, зачем я это делал? Я обтекался? Да. Я, конечно, все понимаю. Я понимаю, он хвастается новым гаджетом. А, нам, кстати, еще на найм. Отстань от меня. Сейчас будем катиться. А, это та самая роза! Реально, что ли, добавили карту? Пошли сегодня шипят. Ну, такой себе. Я думаю, то, что на Джина все-таки подобавит. И на Нане нужно, блин. Вернуть отправлено. Да, конечно, картинка письма. Так это уже прям имба. Правда, это только с Нане действует. И это когда пройти дамажит. Тебя там дамажит. Что-то здесь подозрительно. Опять мне надо катиться там. Нет, отстань.
Нет, но... Ничего себе, я прикатился к этому Рику, блин. Время как-то медленно. Ну да, конечно. Не понимаю людей, которые сюда бегут. А, не понимаю людей, которые сюда бегут мохнется. То есть буа. Не понимаю людей. Да. Господи. Да. От этого Рика невозможно отмансить. Если вы увидите Рика здесь, то лучше бегите. Ладно, наверное, мы на этом закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Следующее видео. И всем пока.